Пожалуйста. Мы сегодня с тобой поговорили о том, что суперсила внутри – это замечательно. А как ты думаешь, твоя суперсила, что она поможет изменить в этом мире? Моя суперсила поможет изменить бедность. Я мечтаю стать моряком и потом помогать бедным детям, которые живут в бедных районах Украины. Ну, моряк – это тот, кто плавает по морям, и ты мне говорил о том, что ты собираешься плавать далеко-далеко. А как же ты будешь помогать тем, кто в Украине? Я буду сюда приезжать, в интернаты, или дома, и помогать им. А что тебе в профессии моряка нравится? Почему ты решил стать моряком? Я люблю море, корабли. Я хочу капитаном стать и хочу плавать по морям. Я желаю тебе удачи, и пусть твоя моряцкое дело, моряцкая история, моряцкая мечта как можно быстрее осуществится. Спасибо большое.